Детское радио представляет. Есть она в воздухе, есть на земле, есть под землей, есть и в тумане, в реках, озерах, в тебе и во мне, есть в облаках, в мировом океане. Мы ее пьем, мы купаемся в ней, урожай поливаем и моем посуду для нашей планеты. Ее нет важней. Она в каждом есть, она есть повсюду. Воду беречь нам надо с тобой, ее защищать, чтоб всегда была чистой. Будет ласковым дождь и свежим прибой, чтоб бежала, плескалась, журчала игристо. Нужна всем вода всегда и везде, так значит слава чистой воде. А чтоб над водой не сгущались тучи, слушай программу «Капа научит». Дедушка Водяной, дедушка! Петя, это ты? Да, дедушка Водяной, ты спишь? Да так, задремал немножко. Холодает, знаешь ли. Спать хочется все время. Ну да, скоро же зима, вода замерзнет вся. Это получается, что все жители тоже в ней замерзнут? Хороший вопрос. Привет, Петя, привет, дедушка Водяной. Привет, Капа. Здравствуй, малышка. Петя вот спрашивает, что зимой происходит с водой и водными жителями. Расскажем? Конечно, с удовольствием. Удивительное дело, у воды такое тело. То замерзнет, то растает, испарится и летает. Как же в ней живут, не погибают? Может, рыбки просто глубже заплывают и на глубине ложатся спать? Как зимой в воде живется, как справляются без солнца, нам сегодня предстоит узнать. А разве на глубине зимы не бывает? Зима-то бывает, но она везде разная. Например, в пруду вода сильно промерзает, но чем ближе ко дну, тем теплее. И если водоем не мелкий, то до дна лед не доходит. Там-то все наши рыбки и другие жители прячутся, спят. А летом солнце печет и землю прогревает глубоко-глубоко. И не всякой зиме под силу все тепло из земли выстудить. Ну, на севере-то наверняка вся земля насквозь холоднючая. На севере все вообще по-другому устроено. А давненько мы на моей волшебной лодке не путешествовали. Может, отправимся на Северный полюс, например? Узнаем, как там живется. Ух ты, круто! Я бы очень хотел. Тогда все на борт, отдать швартовы. Мы на лодке, на волшебной, хоть под воду, хоть на небо, можем собираться, если только захотим. И сейчас на полюс дальний, там, где север самый крайний, доберемся, доплывем, мигом долетим. Па-па-ба-па-ба-ба-бам, па-па-ба-ба-ба-ба-бам, па-па-бам-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Почему оба полюса, и южный, и северный, такие холодные и покрыты льдом? Тут двумя словами не ответишь, но мы попробуем, да, дедушка? Конечно, вот ты, Петь, наверняка уже знаешь, что Земля вращается вокруг своей оси, да? Ну, да. Что-то как-то ты не уверен. Ладно, на карусели ты катался? Вы меня совсем запутали. Катался, конечно. Тогда вспомни, в центре карусели кататься скучнее всего, правильно? Там вообще никакой скорости не чувствуешь. А вот с краю самое веселье, и скорость бешеная, и... И держаться надо крепче, чтобы не вылететь. Верно. Чем дальше от центра, тем быстрее и жарче. А в самой серединке, где, как говорит Капа, скучно и скорость почти не чувствуется, там холоднее всего. Вот там и скапливается снег, лед и холод. Да и солнце туда меньше всего попадает. Полярная ночь, да? Совершенно точно. И северное сияние. Красотища какая! Правда, светлее от него как-то не становится. И теплее тоже. А вот это все вокруг
Северный ледовитый океан. Самый маленький океан на планете. Ну, тут, наверное, и не живет никто. Зря добирались. А вот и не зря. Давай нырнем поглубже. Ого, какие здоровущие. Кто это? Это Петя Нидии. А вон там, смотри, медуза Цианея. Что-то мне страшновато. Она же гигантская. Верно. Ее тело в диаметре достигает 2 метров. А длина щупалец бывает даже 20 метров. Давайте подальше отплывем, а? А чего они такие огромные? Это особенность жителей Северного Ледовитого океана. Огромные размеры. А еще они самые настоящие долгожители. Это все потому, что в холодной воде все жизненные процессы замедляются. Вот они и живут долго-долго и вырастают настоящими гигантами. Получается, что они на зиму не засыпают. Как будто всегда немножко спят. Точно! Вот умеешь ты отмечать главное. А люди здесь бывают? Конечно, бывают. Люди здесь занимаются охраной природы. Потому что и Северный Ледовитый океан, и берега его тоже загрязняются. И животные из-за своих особенностей не могут сами бороться за свою жизнь. Им нужно помогать. А как же люди сюда добираются? Самолетами. А тяжелые грузы перевозят ледоколы, огромные корабли. Они так устроены, что движутся вперед, раскалывая лед собственным корпусом. Это хорошо, что тут тоже берегут природу. Океаны надо беречь, как и реки, и озера. Вода, она всем жизнь дает. Да, медузы меня напугали. А если на севере такие большие животные в океане живут, то получается, что в жарких странах все животные маленькие, и живут они меньше, верно? Увидишь. В одном из наших следующих путешествий сказочный подводный мир южных морей. Капа научит. Выпуск подготовлен в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России». Сайт voda.org.ru.